Вітаю! Ви дивитесь програму «Авторитетна думка» і я, Олена Хорошилова. Сьогодні у нас в гостях ректор Дніпропетровської академії музики імені Глінки, заслужений діяч мистецтва України, професор Юрій Новіков. Вітаю вас, Юрій Михайловичу. Ви були в нашій студії десь пару років тому. Що за цей час цікавого, значного відбулося в житті вашого закладу? Давайте пригадаємо. І нагальне запитання. Триває компанія, вступна компанія. Що нового в цьому році? Чи, як завжди, поліфонія, крупна форма, п'єса, етюд? Наступний. Як у нас? Ну, змінення за останні два роки произошли слідуючі. Во-первых, ми почали підготовку магістрів за этот период. И, конечно же, меняем обязательно что-то, какие-то новинки делаем в приемных, в творческих конкурсах. Это в первую очередь проверка теоретических знаний. Для того, чтобы и немножко пооблегчать абитуриентам, сократив время с более комплексным, так сказать, приемом всех видов работ и чем-то облегчить им жизнь, а в чем-то даже, может быть, и глубже посмотреть, насколько они ориентируются вот именно в теоретической дисциплине. То, что касается специальных, понятно, набор тот же. А чему такой подвышенный интерес до теории, до теоретической дисциплины? Понимаете, вот в последнее время какова была тенденция? Специальные классы углублялись в себя, теоретики углублялись в себя, и потерялась взаимосвязь. Вот то, что эту связь мы пытаемся сейчас нарушенную, так сказать, возобновить, и это же внесет дополнительную, так сказать, краску в подготовке произведений, которые они играют в специальных классах. Это более глубокое изучение произведения, это знание много, начиная от эпохи, жанра, стиля композитора и так далее. Вот, поэтому вот соединяем и пытаемся увязать, так сказать, синтетически вот эти вот вещи. Это, конечно же, будет обязательно таким вот достаточно большим скачком. Мы же хотим совершенствоваться, а вот как совершенствоваться? Это вот один из видов совершенства в игре. Продовжити тему, що нового в компанії? Вступної компанії. Ну, у нас компанія більш-менш предсказуема. Чому? Тому що ребята, ми знаємо, хто к нам буде поступати в основному. Да? Вот, тому що вони готуються на протязі многих лет к этому, так сказать, поступлению. Это длительный процесс подготовки музыкантов. Она не бывает, так сказать, короткая. То есть сразу же невозможно научиться играть и так далее. Это очень сложная профессия, наверное, самая сложная профессия в мире, но она и самая благодатная, это когда ты занимаешься творчеством. Вот, как говорят, сейчас мир уходит от эпохи страха и переходит к эпохе творчества. Так вот, слава Богу, так сказать, получается, что мы будем вот как раз на передовых позициях человечества. Музична академія – це не тільки заклад, де молодь отримує освіту, це останнім часом, вже декілька років, музична академія працює і як концертний майданчик. І такий цікавий у вас є такий момент, не тільки це нові програми завжди, нові солісти, нічого не повторюється. І є така особливість, як твори, які дуже рідко виконуються, майже ексклюзивні концерти. Що ви плануєте в цьому році? І що було цікавого в минулому році? Это в первую очередь, конечно, связана наша самая большая площадка, это наш фестиваль «Музыка без границ». Вот, если вы вспомните, он начинался как фортепиано и всего лишь один раз в году проводился, потом это все понравилось, подключились струнники, духовики, и пошло-поехало. И теперь мы уже делаем все это концертными сезонами. То есть планируется сразу же концертный сезон. Ну, в прошлом году очень интересный был осенний цикл, который мы проводили совместно с городом, с программой Бориса Филатова «Культурная столица». И получилось очень хорошо. Потом большой симпозиум этномузыковедов, где приехала вся Восточная Европа.
Я, кстати, объясню, почему Восточная Европа, потому что на Западе уже, к сожалению, этномузыковедение не так распространено, и наиболее, так сказать, корни сохранения, так сказать, традиций народных все-таки у нас и происходит именно в Восточной Европе, и многие, особенно немцы, нам даже завидуют в этом отношении, что вот мы и занимаемся этим, и, в общем-то... Они еще загублены трошки информацией, вы понимаете, вот мы сейчас просто уже фактически догоняем. Вот носители основные народного творчества, им сейчас уже под 90, и вот даже вот тот короткий период, как мы занимаемся, просто вот на глазах, ну, просто уходят люди из жизни. Вот те, которые знают много это, и вот мы это очень торопимся для того, чтобы успеть многое записать. И вот, так как, ну, я вам скажу, для меня несколько лет назад, вот, когда это все началось, было удивлением, почему мы и поднимали все. Я столкнулся с тем, что надо было узнать что-то о... Какой-то вопрос стоял в фольклоре Днепропетровской области. И оказалось, что у нас ничего этого нет, вообще пустое место. И вот мы после этого включили... сказать, в работу экспедиции, создали лабораторию целую научную. Ну и, конечно, мы быстренько вот выстрелили удачно в ЮНЕСКО. Вот нас отметили казацкими песнями Днепропетровщины. Ну и продолжаем все это развивать. Так вот, эти музыковеды, во-первых, они очень довольны были симпозиумом. Удалось нам и хорошо принять их, и программа была очень насыщенная. Вот эти перемежались доклады с концертами, мы Катю Чили приглашали. И вот, кстати, после этого и продолжаем сотрудничать на почве именно этномузыковедения. Ну и все столпы приехали такие, удалось здесь познакомиться. Я говорю, 45 докторов наук только было. Вот столпы вот фольклорного, везде, так сказать, творчество, они присутствовали здесь у нас на симпозиуме. Ну и другие интересные были, так сказать, циклы. А в этом году у нас будет интересное начало вместе, совместно со швейцарцами. Мы делаем с Денисом Севериным, он выходец из Украины, и очень много делает для популяризации виолончели, виолончельного искусства. Совместный будет у нас фестиваль здесь. Потом приедут, заедут немецкие наши профессура, и будет Баховская академия проходить, которая завершится концертами интересными. Там программа. Потом, вот, может быть, то, что нам удалось с городом сделать этот европейский форум, может, мы его, так сказать, и посотрудничаем на следующий год, должно получиться, будет хорошо. И вот «Вершины творчества Бетховена» будет интересный цикл. И закончится сказками Востока. А ви будете играти щось на Бетховенському, да, готовлю апассионату. Это вот три знаменитых произведения. Это фортепианная соната, это скрипичный концерт с оркестром и героическая симфония. Произведения написаны в один период и связаны вот такой... так сказать, объединены единой мыслью Бетховена вот в этот период. Юрій Михайлович, ви як піаніст, педагог, керівник творчого закладу, вас, я впевнена, думки відвідують, якісь цікаві думки, якісь ви робите відкриття для себе, ви можете поділитися з нами, що у вас за останнім часом якісь речі набули якоїсь значності? Ну, от всі мої мислі, дійства в останнє время підчинені тому, що відбувається вообще з человечеством, що відбувається з нашою природою, що відбувається з Вселенною і так далі. От. І це зв'язано, звісно, і от з моїми планами. І це хорошо, мабуть, тому що вони нерозривні. Мы сейчас меняем полностью все содержание нашего обучения. Меняем по такому принципу синтезировать все предметы, чтобы все предметы были в глубокой взаимосвязи, для того, чтобы все читаемое было необходимо студенту, то есть отбрасываем все ненужное и сохраняем только то, что надо, но не просто отдельными предметами, а все предметы должны быть взаимосвязаны. Вот начиная с...
ребят, которые приходят после 9 классов, они еще там учатся на предметы. Вот мы там им готовим очень интересные программы, связанные с изучением человека, природы, взаимодействия человека и природы. Это то, что будет основа их мировоззрения. И вот на эту почву мировоззрения, уже сформировавшегося, мы сможем вложить вот те, вот, так сказать, семена, которые в дальнейшем прорастут и которые принесут пользу. Ребята наши, я должен вам сказать, все-таки понимают и свое, предназначение. Вот, и с удовольствием они вот исполняют, играют. Они понимают, что они должны приносить красоту людям. Для чего? Потому что знание, красота – это основа культуры, а культура – это то, что выводит нас из хаоса и, так сказать… Гармонизує наш світ. Да. А скажіть, ці програми нові, вони вже якось прописані, чи педагоги будуть заново їх формувати? Да, ми формуємо все. Педагоги, вони відгукнулися? Вони сочиняються, да, сочиняються педагогами. Это очень кропотливый труд, очень, я вам передать не могу, но я так искренне благодарен, что множество педагогов откликнулись на вот этот, будем говорить, героический подвиг, готовить вот такие новые интересные программы. Це буде, воно додаткові будуть, чи замість яких? Нет, вместо, да, будет вместо, вот, и мы уже, это уже идет, процесс начался, и уже есть какой-то определенный опыт наработанный, мы смотрим. Для того, щоб можна було і міняти, і совершенствувати. Ну, міністерство входить. Знає про ваші експерименти? Зачем нам міністерство? Зрозуміло. Так. Традиційно я задаю це питання всім ректорам вишів, які завітають до нас. Що таке сучасний студент? Чим він відрізняється? Що в нього такого особливого, цікавого? Дети меняются все время, учитывая мой многолетний опыт с 82 года, я руковожу учебными заведениями, посмотрел смену поколений, если раньше они где-то раз 5-7 лет менялся, вот какой-то, будем говорить, портрет новый студента появлялся, то сейчас меняется каждый год. Каждый год приходят совершенно новые дети, и вот эта задача наша, их, это сказать, ну, чтобы мы не стояли на месте. Я вам скажу, что роль педагога в современном, на современном этапе меняется. Я недавно был на конференции в Амстердаме с руководителями учебных заведений, и вот там говорилось о роли педагога, которая выходит на первое место. Почему? Потому что информационное закончилось. То, что выходит там педагог и дает какую-то информацию. Все есть в интернете. То есть доступ к любой информации, все. От педагога ожидает новенького чего-то, от него ожидает открытия, от него ожидает того же синтеза. Вот то, что должен нести педагог, он должен идти далеко впереди. Поэтому, выхование в широком сенсе. Да, он буквально, пока он занимается педагогической деятельностью, несмотря на возраст, ничего. Сейчас так не получится. Ты вот знаешь какие-то знания, поимел, и будешь сидеть на этом всю свою жизнь. Нет, ты должен каждый год и каждый месяц быть впереди, впереди, впереди и знать все. Понимаете, круг моих интересов не потому, что такой там огромный, это обязательно следить за достижениями науки. Так? Это хорошо знать, так сказать, духовное наследие. Вот. Все, что касается, конечно, музыкального мира и все. Почему надо? Потому что это все взаимосвязано. Но не бывает ничего отдельного. Понимаете, и хочется, чтобы наконец-то у нас и в обществе заговорили. Уже, понимаете, надоело, когда включаешь телевизор, там надо поднимать экономику. Все, телевизор можно выключать. Это, будем говорить, хана для всего. Надо начинать с чего? С того, что я сказал. Красота. Основа культури. От як виходять із хаосу. Ви сказали, що коли ми розмовляли перед записом програми, ви сказали, що ви своїм студентам дали якесь цікаве завдання, і вони дуже охоче відгукнулися. Так, да, я попросив їх написати сочинення, совершенно свободне, о том, як вони бачать майбутнє України. Ну і превзошло всі мої очікування. Во-первых, многі відкликнулися. Во-вторых, розуміння всього.
Вот. И самое главное, они понимают, что надо начинать с себя. Как надо исправлять себя, понимаете? Они хорошо понимают свою роль, роль музыканта вот, в обществе. Поэтому мне просто поразило это. Вы знаете, вот такое ясное понимание. Конечно, хочется помогать дальнейшим ребятам, чтобы они могли, в общем-то, оказывать помощь обществу. Юрий, чтобы воспитывались те люди, которые действительно могут повести куда-то человечество. Я хотела ще запитати, щоб встигнути, бо вже скоро ми закінчуємо. 120-та річниця вашого учбового закладу. Коли, як ви святкуватимете? Ну, виходить, що учебне заведення відкрилось в 1898 году. Это прокатилась такая волна открытий учебных заведений по, ну, в той, школы начинали, всякие классы, да. Это было российское музыкальное общество, да, императорское. Вот. И потребовались музыканты, потребовалось музыкальное образование, почему нужны были оркестры, нужны было. То есть это вот движение, конечно же, откликнулся Екатеринослав, он же являлся уже тогда культурным центром. Здесь уже находились и музыканты, и все. Поэтому возникновение здесь этих музыкальных классов, которые переросли в училище, потом в консерваторию, потом в техникум и так далее. Название менялось. Очень много учебное заведение имело. И вот мы закончили Академию музыки. Вот. А будем праздновать, ну, большой концерт, финальная точка, это будет 29 октября. Це буде концерт? Это будет, да, концерт, не концерт, но такое интересное действие, ну, конечно, в основе. Ви вже собі уявляєте, як це буде. Да, это будет связано и с историей, и вот с исполнением лучших коллективов, и, конечно же, с лучшими номерами. Ми вже повинні скоро закінчувати. Я хочу, щоб ви щось побажали нашим телеглядачам, які нас дивляться, це молодь, це їх батьки, це ваші студенти і педагоги. Що б ви хотіли їм побажати? Хочу всім пожелати отримати наслаждення від соприкосновення з музикою, розуміти її і розуміти красоту, красоту в житті. Она во всем, но в музыке особенно. Приходить на наши концерты обязательно, слушать, так сказать, ее, чтобы музыка вас сопровождала и делала вас лучше. Це було побажання від ректора Дніпропетровської академії музики імені Глінки, заслуженого діяча мистецтв України, професора Юрія Михайловича Новікова. Це була програма «Авторитетна думка». Я Олена Хорошилова. Бережіть себе. Незабаром зустрінемося.